И всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Dark Boy. И сегодня в этом ролике вам покажу, как создать свой Discord сервер на своем же телефоне. Именно изначально там создать, подключить ботов, роли. Там для рекомендующие в описании будут вам боты, те начально, которые надо сделать, подключить, чтобы создать свой Discord сервер, там роли, все в этом роде, оформить его правильно. Как это все это надо сделать, я вам покажу в этом ролике. Так, для начала слева в углу вы видите все, ну типа, увидите слева разделы серверов, и там в самом низу вы видите плюсик. Нажимаем на него. Дальше надо выбрать раздел. Типа, какой у нас будет сервер, тут шаблон, типа, на какую тему. Игровой у нас будет сервер, там школьный клуб, учебная группа, друзья, художные авторы, местное сообщество. Тип на какую тему? На какую тему будет тир вообще? Ну, типа, игровой, школьный, все в этом вроде. Мы тут, если там из этих нижних вариантов вам не подходит, то мы просто нажимаем сверху свой шаблон, чтобы не морочить себе голову. Расскажите нам о вашем сервере. Что вы смогли помочь, скорее всего, так. Так, выбираем для друзей или для клуба и сообщества. Что можно для меня и друзей? Ну, типа, слушайте, вот типа раздел для друзей, типа сервер будет только для вас и для друзей, которые вы будете приглашать их. То есть добавлять имена вручную, типа нажимать там какую-то функцию, типа чтобы их сюда добавлять, типа как группа. Типа не сообщество, а типа наподобие группы, вот. А если там для клуба или сообщества, типа это полноценно будет сервер. Типа люди могут сами заходить по ссылке. Приглашение на этот сервер. Короче, вы поняли. Вот, нажимаем второй раздел. Как он будет называться? Для меня лично такое название, которое я придумал в голове, да? В башке своей, короче, придумал название своего Discord сервера. Короче, какое будет название? Оригинальное, такое сверхъестественное, самое прекрасное, чудесное будет название, гениальное. Называться оно будет, ну, типа, по приколу. Ну, у меня нет других идей, ребят, так что, ну, вот извините. Темный сервер. У меня все темное. Короче, ну что поделать, у меня тут такая фантазия в голове. Типа, что у меня в голове творится, вот на такое и придумал. Короче, вот. Что я мог высрать? Вот такое название мне пришло в голову. И вот, пожалуйста. Так, выбираем. Выбираем, короче, там фоновую заставку сервера. Так, ну нет, не обращайте внимания, так что, ну, такие вот делашки, так, нет. Это мы ни в коем случае не поставим. Мы поставим такую на дурку, не обращайте внимания, потому что это совсем уж это и переходит границы. Ну, дурку тоже не обращайте внимания. Ну, я бы поставил вот это, хотя тут это анимированная гифка наподобие этого. Хотя тут вообще будет большой пипец. Вот типа у меня без буста будет, ну тоже без буста все равно по факту, ну типа того. Да, типа не будет типа ну, двигаться за самим персонажем каким-то там челиком, за им фоном. Заставка должна типа меняться. Ну короче, вы поняли, там анимироваться. Делать там какие-то особенные движения. Ну типа у меня будет тоже без бустов, и поэтому этого не будет, типа, таких движений, типа, менять цвет, черный на красный. Вы, короче, поняли? Ладно. Я скоро себе мозги сломаю. Короче, что дальше? Дальше у нас надо какую-то клавиатуру выбрать для того, чтобы идет такой какой-то шрифт. Ну, не с этим, нет. Это кошмар, это кошмар. Это что я выбрал? Английский язык. Короче, на какой? Что? Dark. Сервер. Ой, что я написал? Сер. Оригинальное просто название. Просто согласитесь, народ.
Просто согласитесь, оригинальное название, то, что могло прийти самому умному и даже тупому человеку, как я, вот такое название. Короче, да. Да, не обращайте внимания. Ну, типа того, да, вот пиздец какой. Короче, начните беседу. Мы можем этот этап пропустить, потому что он не особо важен. Типа, мол, писать свой серый, ну, кому, кто хочет, тот может описать. Тема, на какую тему может быть сервер. На самом деле он будет по-разному. Там разнообразная тема, там по играм, там по всем будет, короче, это, короче, обыкновенный сервер, который там на всю тему может там что-то там общаться, разговаривать, там общаться, там о чем угодно, ё-моё. Там не особо... Сейчас. Стоп, в смысле, подожди, еще пропустил. Алло. Не может, на какой. Главное, чтобы был сервер. Короче, на что я там остановился, уже забыл, ладно. Короче, что я хотел? Ну вот, короче, мы создали свой Discord сервер. Как-то он так сейчас выглядит на самом деле. Короче, как он тут аватарка, как обыкновенная, без бустов. Да. Без анимированной гифки на заставке сервера. Заставка, да. Фоновой доставки сервера, короче, она не анимирована, потому что, ну, мол, нож без бустов. Как это он смотрит? Короче, что я медлю. Дальше что нам нужно сделать? Дальше нам нужно... По плану нам нужно сделать... Это типа роли, либо просто поменять. Хотя изначально нам нужно зайти посередине, вот здесь его сверху раздела сервера, типа нажать на три точки. Нажать на три точки, типа открывается такой раздел со своим сервером, типа бусты, уведомления, вот это все дело, короче, тут она развернется после три точки нажатия своего сервера. Нажимаем шестеренку настройки. Настройки своего сервера. Дальше, что нам нужно сделать? Нам следующий этап, нам нужно просто, это главное, типа создать свою же роль. Главную роль. Ну, типа, без роли мы ничего не сможем, по-моему, сделать. Ну, типа, по факту. Так, ну, я думаю, что шрифт может и на это тоже повлиять. А что я немецкий включил? У меня слишком много языков, то, что по добавлял. Короче. Мне хотя даже еще и нет идей для этого. Для названия роли. У меня просто нет идей. Короче, ну без разницы. Ё-моё, чё я сейчас туплю? Я втупляю, это пипец, я втупляю уже. Короче... Я же даже нет идеи, ё-моё. Ладно, пусть будет вот это, вот без разницы уже. Темный, там главный админ. Ну, тип, мол, тут уже нет идеи, уже все. Вот темный админ, ладно уже. Все, короче, все будет темного цвета, типа черный, лол. Фух, уже просто нет идеи, так что не удивляйтесь, что я такой втупляющий. Так вот, теперь уже займемся эмоджами. Это же пипец как будет. Сложно. А зачем мне сердечки, дебил, сука? Ну, а хотя и сердечки тоже, думаю, не помешают. Я думаю, ну, типа, мол, я думаю, украшение к названию, думаю, не помешает. А цвет, естественно, черный. Там, а хотя можно на пользовательские и положить на 0.00. Выбрать. Ну, типа, все. А, еще раз там надо было считать. Готовы. И выбрать. Все. Куди он? Типа так не работает, что ли? Придется вот так сменить. Вот, Dark Admin. А как главное писать? Ну, блин. Блять,
А, подожди секунду. Ко. Коодмин. Темный ко. А, да ну нахрен. Да не хо. Хо. Блин, с большой буквы то мне не надо капсу там фигачить. Коодмин. Коодмин. Типа, мол, не знаю что. Короче, не суть. Уже потом перепридумал там. Ставим все галочки. Те, которые нужны для самого главного администратора этого сервера, который только что недавно создал, да. Вот, типа, мол. Вот идем по всем пунктам, нажимаем на все галочки, которые тут вообще присутствуют в настройках роли. Все галочки, которые повышают право. Короче, вот у нас и роль, которую сейчас надо себе выдать. Все. Dark Admin. Круто. Топ, конечно, роль. А ну давайте проверим. Чисто по приколу. Dark Boy. Dark Admin. Нормально. Лок. Топ. Топ название. Топ роль. Топ все просто. Топовое. Короче, вот с текстом можно потом разобраться. Далее, что можно сделать? Ну, тем, что нужно сделать, это хотя бы по шаговым показывать. Дальше мы создаем, хотя мы можем даже поменять, при зажатии указанного там текстового канала, можно даже голосово зажать его. Можно, конечно, и создать с категории там какой-то там определенный канал. Или просто можно настроить и изменить название основной там чатом на другое. К примеру, у меня будет там на русском языке типа писаться, хотя, мол, нахера это делать, если херша получит. Ну ладно, давайте мы чисто по приколу. Ну не по приколу, но сделаем. Пиздец, какой сейчас будет. Чат. Ну типа чатом. А украшение к нему что будет, я не знаю. Что можно украсить сам текстовое название? Само название текстового чата. Текстового канала, блин, что, как его украсить само название? Что вообще можно украсить к нему? Ну а что? Еще у меня какие-то идеи тут есть. Так, ну не с животными это уж точно, но ну, их нах, это знаки зодиака, баран, или что это? И, ну хотя, блядь, я слишком много чего плохо знаю. А нахрен это? Нет просто вариантов. А хотя можно этим украсить. Я не знаю как. Чё, как? Я думал, этим можно пока что на время как-то потом так прикрасить сам чат. Ну, мне просто не нравится. Не знаю как, но мне просто нравится. Так. Шо? Ну, типа, чатом можно тут поставить сюда. Влепить еще какой-то значок. Так, значки разные, может быть, хотя. А хотя, думаю, можно и так оставить. Я уже думаю и думаю, чтоб. Ах, и что я так время слишком сильно иду и тяну. Да, ну и украшение, конечно, к нему я хорошо придумал. Не удивляйтесь, какой я сумасшедший, да, вот с таким я живу. Короче, вот этот чат у нас. И чё? Короче, это обыкновенный чат, который может тут быть. Так, можно даже поменять название категории, либо добавить категорию. Хотя это может быть в разделе сервера, в настройках там и в разделе каналов. И типа можем справа там в углу, вот типа выбрать. Выберите режим сортировки там. Сортироваться, как этому сортироваться. Типа, что создать. Че, мы можем создать категорию, голосовой канал, либо текстовый канал.
Короче, тут по-разному, что можно. И можете через плюсик вот с тоже справа внизу, нижнего угла тоже создать. Только это будет по значкам. А тут можно и так сделать. Да, как удобно. Короче, следующее, что нам нужно, это настройки там обзора сервера. Хотя это можно пока ничего. Дальше давайте проверим. Модерация. Уровень проверки. Участники сервера должны соответствовать указанным критериям, чтобы писать в текстовый канал и в личные сообщения. Типа модерация сервера, типа на каком уровне будет сам сервер находиться. У него может быть уровень без ограничений, типа никакого, значит, там нет уровня, типа уровня безопасности и защиты самого сервера. Типа для того, чтобы сюда зайти, тут либо низкого уровня подтвердить свой email, должен иметься, должен быть подтвержден свой email в Дискорде, электронной почте, которая привязана к этому аккаунту, там любому, к которому может прийти, да. Типа должен у кого-то должен необходимо иметь. Да, иметь самой email. Электронной почты, не важно какой. Но чтобы он был активирован. И да, чтобы был активирован, чтобы можно было войти. Да. А если тут нет, то он никак не зайдешь. Это нужно подтвердить. Дальше. Средний уровень — это участники те, которые нужно быть зарегистрированы в Discord более 5 минут. А, 5 минут уже как зарегистрированы. Это понятно. Следующий, только тут проблема средний. Тут не знаю, что вот это. Вот что тут что написано, что это, как это понять. Ну, короче, проблема с... Что-то вместо слов тут решили поставить какие-то значки. Да. Какие-то символы сюда выставить, там рожицы. Ну, типа, мол, непонятно что. Хардкорный, средний, тяжелый, низкий, средний, тяжелый и сложный. Тяжелый, сложный, можно так сказать. Тяжелый, типа, также... А тут есть мы. Участники должны иметь подтвержденную телефон учетной записи. Ну, типа у тех, которые должны быть и email и номер телефона, который должен быть тоже подтвержденный на своем самом аккаунте Discord, у кого как. Если у кого нет, то их фиг как зайдешь. И тут тебе придется вообще его подтверждать при входе на сервер. Да. Журнал аудит — это как обычно, который нужно, чтобы проверять. Типа она будет показывать все действия, что происходит на самом сервере. Короче, пока что ничего не произошло. Это те список того, чего я сам администратор что делал. Интеграция. Типа что здесь? Нет интеграции. Прикол. Протокол. Протокол у нас может быть выполнен только в клиенте Discord. А, пока что ничего нет. Ладно. Безопасность. Типа, пока что... Дома пока ничего не надо делать. Тут уже можно загрузить свои моджи. Зачем я это объясняю? Настройки сообщества. Включить сообщество. Так, ну это пока что это будет потом подумано над этим разделом вопросов, типа настройки, включить какое-то включить сообщество, да. Дальше управление участниками, тут участники, которые будут... Тут будет весь список участников, которые будут присутствовать на сервере. Дальше список всех ролей, которые там будут. Дальше приглашение. Типа какой-то там срок действия самого... Срок действия этого ссылки на приглашение на сам сервер. Баны пусты. Раздел банов, кажется, пока что ничего. Дальше, что нам нужно сделать, это надо создать уже в настройках. В разделе роли создать роль лично для ботов. Для ботов Дискорда, которые будут здесь находиться. Русский, давайте там на английском, я думаю, на русском. Нет, не на обычном там. Сейчас я впишу. Так. Надо по-нормальному.
Бот. Не знаю, так как немножко странно будет выглядеть по шрифту. Но я думаю, так сойдет. А хотя можно. Дискорд-бот. Ну, по-оригинальному. Там пусть так называется, Дискорд-бот. Ботс. О, что тут поменялся? Подчекай, ботс. Дальше ты можешь влепить какие-то там символы, значки. Эмоджи, там смайлик еще можешь там влепить. Окей. Какой-то там значок можешь там влепить. Давайте мы сюда влепим. Чё можешь там влепить? Какую-то клавиатуру. Давайте сюда какую-то хотя бы. Немножко геморройно, я думаю, это... По этих человечках гуманоидов просто можно влепить. Дальше ему цвет роли, естественно, будет какой-то там, ну, не совсем уж черный, я думаю. А нет, он будет сейчас сливаться. Это наверняка он будет сливаться с тем цветом. Надо придумать какой-то оригинальный. Ну, типа такой. Дискорд. Это не это будет. Ну, типа Дискорда босс. Вот так будет называться. Даем все право. Все право для бота, которые ему соответствуют, нужны права, которые он должен выполнять. Вот, типа, если вот роль какая-то без прав, то фиг оно, фиг бот будет вообще выполнять бот, команды. Вот, фиг, как он вообще будет выполнять команды без роли своей собственной, который он должен это делать. Ну, типа, ну да, без роли он не сможет сделать, потому что, ну, такие вот дела. Потому что без роли фиг он сделает. Он не выполнит, он просто будет критиковать. Что, типа вот ошибку выдавать. Да, короче, вот. Мы сделали там роль лично для ботов. Для ботов, да. Которая будет вообще здесь вообще присутствовать. Дальше мы создаем уже. А хотя пока ничего не будем создавать. Типа один канал на. Будет нам достаточно, типа, что-то там сделать. Для того, чтобы присоединить сюда любого бота. Короче, в заметках. Сейчас, типа, вот это то, что здесь в заметках. Я тут полчаса длил. Полчаса тут искал ботов. Там список тех, которые, ну, которые будут вам нужны. Там начальные боты для управления сервера, там для развлечения. Вот этого контента и музыки и выдачи ролей. Короче, изначально что нам нужно, это там, ну, хотя тут раздел типа рекомендующий, раздел описания рекомендующих тех ботов, которые может вам быть полезен, ну, типа для вашего же там Discord сообщества или группы. Ну, типа можете там любого выбрать, с которого вам легко вообще работать, делать какие-то команды, настраивать, оформлять, редактировать и так далее. Короче, начинаем с Juniper бота. Открываем мы ссылку бота будет в описании, то что это все, вот это то, что там в заметках было написано, все это будет в описании, естественно. Короче, вот у нас веб-сайт Discord бота Juniper, того, который будет нам помогать. Короче, что нам нужно в первую очередь делать, это типа нам нужно войти. Войти, если у тех, у кого уже там уже вошли там на сайт, главный сайт бота Juniper. Да. У тех, кто может добавить вот так вот. Просто добавить Discord бота, который будет вам сейчас геморройно просить. Типа, что? Тарки. Ой, нет, 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 нет. Нет, 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 не туда, не туда, Василий. Придется тупо войти, да ты охренел. Ай, мама дорогая.
Это не я, ну типа это не вы, если вы не в тот аккаунт, короче, в который вы вошли, не туда добавляете, то нажимаю на текст, это не вы, типа кнопку, хотя это не кнопка, это типа такой текст, на который можно нажать. Короче, мы указываем электронную почту. Блять, мне придется с геморройно сюда вписать, подожди-ка. Мне придется сюда переключаться, типа оно у меня в заметках. Электронная почта и пароль, чтобы никому... Хотя спалить полевно не будет, потому что я буду это не в заметках сюда вставлять, анкету для входа. Я это не буду делать. Ну, типа, электронную почту сюда вставлю, а вот пароль уже буду сам вписывать вручную. Так, вот, электронная почта. Не обращайте внимания, что с этим названием. Электронная почта — это оригинально, то, что можно было придумать. Да, на самом-то деле, я просто гениальный человек, что мог придумать. Хотя это не я делал. Это не моя электронная почта. Так что такие вот дела. Ладно. Не в этом суть. Короче, вписываем уже всю полностью анкету и входим в свой аккаунт Дискорда. Короче говоря, как что надо писать? Я забыл. Ладно. Чтоб не было палевно. Чтоб никто не догадался, что это за аккаунт. Короче, мы входим. Так. Juniper Bot хочет получить доступ к вашей учетной записи. Мы, короче, должны все с этим согласиться. Нажать кнопку «Авторизовать». Короче, вот. Вот, появляется раздел. Раздел. Хочет, может быть, весь список сервера, на котором вы можете, собственно, находиться и иметь высшее право администратора, и вы сможете тут что-то с этим настраивать. Ну, у тех серверов, у которых есть, присутствует сам бот Juniper. И тут будет список серверов, на котором он есть. И типа, на которых он есть, если с этих список серверов, если вы с этих список серверов, на котором вы, собственно, можете быть там находиться и иметь высшее право, то вы сможете там что-то настраивать только с разрешением самого администратора там сервера. Или владельца, либо таких администраторов, там, которые там, заместители, к примеру. Да. Короче, дальше мы соглашаемся с этим делом. Нажимаем авторизовать. Дальше подтверждаем то, что мы не бот. Мы, естественно, человек, но не бот. Короче, вот приветствуется бот. Это мы сворачиваем. Так, авторизован. Теперь вы можете закрыть это окно или вкладку. Ну, это, естественно, можно закрыть. Короче, после того, как мы это сделали, мы просто тупо нажимаем закрыть саму вкладку, окошко. И типа все, он есть на Discord сервере. Так. С этим мы потом разберемся. Сначала, что нам нужно сделать? Тут, короче, вот он присоединился нам, бот. Короче, вот наш бот. Нажимаем на профиль бота, там самого тарку бота мы нажали точнее. Нажимаем управление пользователем и даем ему роль бота. Типа, чтобы он мог владеть какими-то правами. Дальше мы можем, собственно, прописать какие-нибудь команды, к примеру, там сервер. Типа узнать там описание сервера, хотя тут, подожди, команды не включены. Они же не включены, подожди. А чего он на английском? Странное явление. Ладно, сейчас мы настроим его. На сайте. Dark. Сервер. Короче, язык интерфейса бот мы можем поменять на русский. Язык команды бота будет тоже на русском языке, естественно. Часовой пояс сервера можно выбрать. Хавай. Ну, типа, может, больше не менять, пока что не надо. Цвет системных сообщений. Я думаю, можно черный выбрать.
Типа все четко. Включить слэш команда на сервер. Типа слэш. Больше не надо. Присоединение участников. Присоединение участников на сервер. Может назначить те роли, которые, ну, которые изначально мы пока можем создать. Там начальные роли для участников сервера, типа что можем вставить. Типа какие начальные роли может быть выдаваться при входе на сервер. При подключении, да. Роли участников, которые будут. Что здесь? Восстановление. Тут есть функция восстанавливать старые роли участника при перезаходе. Ну, типа, когда он вышел случайно, то роли те, которые были изначально были, то они могут восстановиться при входе обратно. Если у него те роли, которые были изначально, то они могут быть не сброшены, а восстановлены. Если эта функция выключена, то эти роли могут сброситься. Да, но не вернуться там. То состояние, которое было изначально. В то положение, которое было до этого, да. Далее. Ну, это хотя можно включить, хотя это пока что не буду делать. Раздел модерации. Основное. Роли модераторов. Роли, короче, основное. Тут у нас можно настроить сам модерацию сервера, типа сюда надо добавить роли модераторов, типа те роли, которые будут по списку, типа какая роль выше, тот может наказывать по должности там ниже по должности модераторов, да, администраторов сервера, которые, ну, те, которые ниже этих, да, то можно наказывать тех нижних. Да, выше можно наказывать ниже там роли, там какие-то по должности, там модератор, хелпер, там неважно, типа можно наказывать. А те, которые ниже вот этого, там, к примеру, модератор, то модератор можно наказывать хелпера, а хелпера никого не сможет наказывать. Типа хелпер — это беспомощная роль. Типа начальная роль, которая может выдаваться после там после того, когда там проверили саму анкету, там приняли, не приняли, там взяли отказ или приняли либо отказ, то он, получается, сам дают саму роль, когда его там приняли на саму должность там модерации, и там его дают начальную роль хелпера, типа чтобы он тупо следил. Короче, ясно. Дальше. Типа можно добавить себе список, да, я уже там написано. Выше которого может наказывать, это естественно Dark Admin. Типа я могу наказывать то, что у меня самая высшая роль, выше по должности роль, да. Я смогу наказывать, ну да, естественно, как вот его не наказывать. Наказывать по должности там ниже, могу наказывать там. Да, по должности модерация, администрация, там могу наказывать. В принципе, там без разницы какой. Как я так изначально уже там все говорил. Ну, типа, меня поняли. Дальше, тут есть галочки, типа, функции. Не распространяет cooldown. Команд на администраторов, модераторов. Я уже забыл, что это такое. Cooldown. Это, типа, если не ошибаюсь, то, типа, не распространяется в том смысле, на них нельзя типа командами баловаться. Типа в этом плане чуть-чуть не понял. Я думаю, типа командами баловаться, на них нельзя типа там наказывать, типа баловаться, я чуть не понял. Ну, типа баловаться, либо там административные вот эти команды для того, чтобы наказать, забанить, кикнуть, замутить там на время там. Хотя без разницы, что там может быть. Но, короче, я не знаю, что это за ерунда верхняя. Можно потом посмотреть там, вбить в интернете. Или просто на ютубе там посмотреть, что это такое означает, cooldown. Разрешит всем участникам менять свой цвет. Типа участники, да, сервера могут менять свой цвет пароли. Да? Типа не знаю, как они могут это делать. Но типа они могут, если поставить галочку, то они смогут менять цвет своего ника, либо роли. Типа в этом плане. Нет, свой цвет. Цвет ника, по-моему, они могут менять.
это может сделать. А разрешает модератора с более высокой роли наказывает. О, вот это можно и туда поставить, естественно. Разрешаем мы это. Разрешит модераторам с более высокой роли, да, вот типа вот в самой высокой роли, это главное, это я. Dark Admin, самая высокая роль, которого владеет сам владелец сервера, создатель, да. А те, которые будут ниже, смогут наказывать там пониже там роли, да. А те, которые совсем ниже, то не смогут вообще никого наказывать. А те, которые более выше, то не смогут наказывать ниже. Ну, по логике можно так подумать. Так, мьют. Можно настроить там команду мьют. Вот, типа, как она будет мьютить. Мьют, раздел мьют, а тут она мьютит у нас в текущем текстовом канале. Либо мьютит на всех серверах. На всем, а это типа, слушайте, режим мьюта по умолчанию. Какой вот режим мьюта? Ну, типа, при введении команды там мьюта на определенном человеке, который там нарушил там правила сервера, естественно, ему там могут выдать мьют. Там по команде там мьют и сам никнейм самого того человека, который там нарушил правила. Типа, ему выдать там, не важно на срок, на какой срок там будет мьют, будет вообще истекать, на какого там времени или либо числа. Ну, короче, мьюти в текущем текстовом канале, на котором он типа будет там находиться. Да, типа в том канале, в котором он будет, ну типа, примерно как чат. Вот типа, если он там в чате что-то наружу, там кого-то сказал, то его может там замьютить. Да. А если там с разделом мьютит на всех, ну типа на всех каналах, которые он типа не сможет стыть. Знаете, в чем прикол? Мьютить, кстати, если его замьютит на этом разделе, этого раздела, то типа он не сможет писать только в чате. А на остальных каналах он сможет писать. А если его там замьютит, да. А если там замьютит там с этого раздела, типа на все каналы, то на это с этого раздела, типа, не сможет на все каналы еще писать, если он там выдает мьют. Ну, типа того. Так, это мы выбрали. Мьют роль. Как. А, блядь, мы не выбрали. Ёпта, мать, я еще не выбрал. Извиняюсь за мод. Управление роль мьюта. Управление роль мьюта будет автоматически добавляться вправо каждого текстового канала с соответствующим запретами. Окей. Фильтры автомодерации. Тип автомодерации, которая будет следить за того, чтобы не было. Ну, типа можно включить с этих разделов можно включить функцию типа защиты от ссылок, там, типа, чтобы не было никакой-то подозрений, там, допустимых ссылочек, которые будут там отправлять там на канале. Ну, короче, народ. Короче, как я говорил, здесь фильтры автомодерации. Тут можно выбрать тут определенную функцию, типа, за что будет отвечать сам бот. Типа, смотрите, вот типа можно, если эту функцию отключить, вот типа, если вообще будут все эти функции отключены. Короче, здесь вот это раздел, к примеру, как ссылки. Ссылки, приглашения допустимы. Есть какие-то там определенные какие-то ссылочки, там неважно какие, на что они могут быть, да, то она не будет допускаться, она будет именно удалять и блокировать. Вот типа того человека, который будет отправлять саму ссылку на там, к примеру, к чату, она будет это блокировать. Да, если мы это можем включить. Но я думаю, пока что вот этим этого не надо. Короче, кому как. Кто хочет, может ставить. Дальше плохие слова, мат. С матом это уже понятно. Можно включить, и будут все маты, все оскорбления, которые будут присутствовать там на канале, те слова, которые будут отправляться, он будет блокировать. Вот. Повторяемый текст. Либо как, ну, типа флут, либо в спам. Это можно просто тупо включить, потому что оно годится само собой. Ну, типа для того, чтобы избежать флуда или спама на сервере. Да. Типа оно будет блокировать каждый там отправляемый текст там меньше секунды. Оно будет это блокировать и удалять. Дальше капс. Капс, типа, писать большими буквами там.
строке для отправки сообщений, типа писать большими буквами, но не маленькими. Но все, кто будет писать большими буквами, это можно типа либо, ну типа это можно заблокировать. Типа тоже это включить, тоже он как годится. Те, которые не годятся, ну кому как. Можно это включить или отключить. Дальше, что нужно сделать? Эмоции. Чрезвычайно использованные смайлики, типа отправления. Отправление эмоций, там разность с разных там всего, неважно какие, если там отправки, там тоже считается как спам, ну, если там отправить как спам, либо флут. Ну, типа, если там отправить эмоции, там, больше, там, меньше, там, секунды, одно и то же, то оно будет, типа, можно включить, типа, чтобы оно блокировалось. Типа тоже удаляла и блокировал. Упоминания, типа Евер, как это там, Хера и Евер, типа пингом, ну да вы поняли. Евер, Ревионе, Ревионе, как он так называется, сам пинг. Ну там их там упоминания, типа вот эти вот. Хера и Евереоне, как он так называется, сам упоминания, эти два, которые есть, типа, чрезвычайно упоминаю тоже как спам или флот, меньше там, меньше секунды, которые будут отправиться одно и то же, то это можно тоже заблокировать. Да. Хотя, я думаю, можно это... Хотя это можно включить, в принципе. Залго. Чрезвычайно использование символов залго. Я не знаю, что это, но типа... Ну, типа, еще не понял. Короче, это может тупо пока что не включать. Можно потом посмотреть, что это такое означает. Короче, вот так. Действие за нарушение. Типа, действие за нарушение те, которые, вот, типа, включены в автомодерацию. Если, типа, какой-то, не, там, левый, там, не при... определенный, там, человек, который будет, там, типа, нарушать правила, да? Ну, типа, с тех пунктов, которые я тут еще включал. Типа с раздела модерации, да? Вот типа если там, к примеру, флудит, либо капсит, либо эмоциями там спамить, или упоминает тоже как спам, типа за это можно получить наказание. Ну, типа можно тут вообще включить это, поставить. Типа, за, если там с этих пунктов что-то что нарушит, то это может тут типа легко поставить. Типа любое наказание. Типа действие какое? Может, тут, типа можно кикнуть, замьютить, забанить, изменить роль участника. Можно, типа, знаете что, типа, может просто, типа, замьютить его, ну, типа, замьютить. Если там у человека, там, достигнуло, там, там, к примеру, там, один пред, хотя это не важно, какое, сколько там предов, то можно поставить, там, три преда, максимум три можно поставить. Если там человек достигнут, там, три преда, там, которые могут ему выдать за, так, за такое, за нарушение права, да, за непослушание, неуважение к... Из-за неуважения к участникам сервера, то можно получить наказание. Вот с этих, с этого раздела автомодерация. Типа с этих, с этого раздела, с этих пунктов, которые тут показаны, то фиг. Если то, те, которые включены, да. Типа, если то нарушит, то можно получить наказание. Короче, заметьте, то насколько там выбираем срок. Срок, то со скольки будет составляться там. Типа, насколько будет замьючен. Типа, сам призывает человек, который, если к примеру, нарушит упоминания, эмоции, с капсом, с флутом, либо спамом, то это можно ему выдать там, на сколько там-то часов. К примеру, я могу... Вот, по своему мнению, могу выдать, ну, типа, один час, вот, максимум, что могу. Нажимаем ОК, изменить. Вот, типа, все. Это мы с этим разберем. Дальше другое. Музыка. Музыка, что тут? Это бонусная функция, доступна и только для поддержания нас. Хотите быть одним из них? Я не могу поддержать, извиняюсь. Я не хочу, потому что мне лень. Ладно, вот тут типа пока что заблокированные. Ну, типа, может тут уже типа использовать музыку с этого бота, с Juniper бота, можно использовать определенную. Музыку, типа, тоже что вписать. Да, и слушать себе в голосовом канале. Типа, то же самое, что и обычный босс музыка. Аудит. Мы можем, типа, включить аудит. Хотя у меня аудит, ну, типа, канал для отправления там, каких-то действий, там, от бота. То аудит я еще не создал. Типа, не сделал с таким названием аудит. Типа, чтобы мог бот отправлять. Действия, там, все действия, которые происходят там на сервере, да. Рейтинг участников.
он отключен, мы можем включить его. Чтоб типа прописание, если прописать команду типа ранг, типа либо свой, либо какого-то там участника, да? Типа можно увидеть, какой там у него ранг, типа уровень. Сколько у него опыта, уровень типа самого там в профиле человека, да. Можно это увидеть, посмотреть, сколько там опыта. Включить публичную веб-страницу рейтинговую. Веб-страницу типа в таком в окне, в таком, ну типа, да, в таком окне, немножко большом, да. И да, вот типа там можно, типа можно там ставить, ну типа вот типа обведено контуром, либо любым цветом, да. Будет, короче, поздравлять, типа, с достижением нового уровня, вот. А не достижением, а, ну, типа, ну, короче, поняли. Ну, не достижение, хотя можно только и не только вот это достижение, но и за прописание команды там ранг. Вот, типа, откроется такое окно, типа, ранг, опыт, число, цифру там уровня, типа, что там, сколько там, вы поняли, сколько там опыта, все в этом роде. Это будет показывать в таком непростом окошке. Дальше. Оповещение. Приветствие у новых участников на сервере. А, тоже оповещение появится. Я не знаю, что оно тут есть. Я просто еще не замечал. Так, вот типа может все повключать, либо отключить. Ну, типа приветствие новых участников на сервере. Оно будет приветствовать каждого. Мы можем это включить. Там приветствие там каждого нового участника при подключении. Вот тип приветствие это типа участников там определенно указан там канале, который можно выбрать, там будет отправляться само приветствие. Либо приветствие в личке, типа определенного там человека, который зайдет на сервер, ему в личку будет писать бот, типа в приветствие, типа добро пожаловать на сервер. Что тут есть и все в этом роде и т.д. Дальше команд. Тут типа можно включить все те команды, которые могут быть отключены. Мы можем определенно их включить. И даже создать свое определенно. Короче, извиняюсь, я там немножко отходил. Так, следующее, что я там пропустил? Пользовательский у вас пока не... А, тут типа здесь можно добавить команду. А здесь, как обычно в разделе команды, вот типа можно найти тут какую-то там команду, я не знаю, найти и включить ее. Я чуть не понял. Ну, типа, можем отключить и уже включить. Типа, там, пользовательская команда, которую надо создать. Ну, типа, можем создать, либо удалить. Дальше, напоминание, типа что здесь? Типа что здесь? Канал публикации, типа что он будет публиковать, напоминаю, типа о чем это там? Типа что тут есть на сервере? Типа того, я что-то не понял. Ладно. Веселости. Самая рулетка, те кто... Ну типа уже самая рулетка, это типа когда... А хотя не надо, я пока что еще не разобрался, что типа в этом рулетке можно делать. Но потом посмотрим. Ну вот, короче, все. Мы настроили бота. Все понастроили, пока что на половину. Как-то ну, не на 100%, а можно сказать, как максимум как 50% мы настроили самого бота. Типа уже будет на русском языке все прописываться. Вот, типа уже это удалить. Его сообщение. И тут уже прописаться на русском языке можно уже. Сейчас мы пропишем, к примеру, сервер. Сервер. Да. Нет, там интересно, что не сервер. А какая там префикс потом, блять. Префикс введения команды. Вот сейчас вот это вот вопрос. А ну а, тут есть. Если хорошо, что не вышел. Короче, общее изначально. Лол, ну префикс у него такой же. Ну тип мол, в чем прикол? Включи слэш команды. А, ну. Ясно. Тут что-то тут я понял. Вот за что он сделал. Привет.
присоединение участников, это потом уже сейчас сделаю. Короче, мы включили. А, сохранить изменения, сохранить. Все, ну типа посмотрим, а ну-ка. А теперь я уже просто пропускал какие-то. А вот теперь работает. Все. Я забыл просто же команду типа включить. Информацию может типа любую команду, которую можно ввести, административные или обычные. Ролевые, игровые там, для развлечений всякого такого, либо просто тупо как его там, или административная команда, которая тут есть. Ну, типа, можно прописать help, и, типа, она покажет весь список команд, которые тут присутствуют в боте. Дальше можно добавить там музыкального бота, но тут пока что, ну, типа, можно потом как-то поиспытать. Типа, это только для начала. Для начала, типа, шо? Для начала, что нам нужно сделать? Так, секунду, добавить там музыкального бота, тоже в заметках. Тоже там в заметках. Я тоже как-то что-то решил обучать. А я обучалочка какая-то. Я обучалочка себя считаю, потому что я сейчас обучаю. Ну, я не знаю, ну, типа, не знаю, тех людей, которые не знают, что такое Discord, либо тех, которые не понимают, как создать или как подключить ботов, в общем. Рассказывать тем новичкам, которые вообще не понимают. Ну, басиком, типа, можно так сказать. Ну, без обид, но это типа так. Те, которые вообще не понимают, что это все это означает. Следующее. Короче, с разделами мы разобрались. Так, самый нижний раздел, это типа музыкальных бот, только один раздел. Типа один пункт бота, который можно использовать. Ёпарный зятый, куда ты? Ай, блядь. Я там убрал специально с боку, лол. Открыть. Открываю ссылочку на бота музыкального. Типа можно сюда какую-нибудь музыку вписать. Да. Дальше мы нажимаем на инвентный бот, типа подключить к его, подключить к серверу. Выберите, добавить на себя, выберите сервер, на котором он будет там присутствовать. Дальше нажимаем продолжить все это дело, нажимаем авторизовать. Я не человек. Подтверждаю, типа, что мы не бот, и заходим на сервер. Все, вот. Сейчас будет идти. Короче, вот мы уже подключили бота, и мы уже сейчас проверить. Да, вот наш бот. Типа на какую там команду можно провести help help. Короче, префикс все понятно. Типа можно ввести какую-то свою музыку. Окей, ну типа чтоб музыка заработала. Ну типа чтобы была музыка, типа чтобы мы могли слушать. Для этого надо просто зайти в текстовый, вот, в текстовый голосовой там канал и вписать там команду. Команду там музыки. Так, подожди, я сейчас посмотрю. Там play. А ну. Сейчас. Надо проверить. P. Play, может, сказать, что play? Или как? А, да, play. Я все правильно делаю. Правильно шаг делаю. Для введения команды. Короче, вписываем play. Это после того, когда... Сейчас. После того, когда вы зашли в голосовой там канал и прописываете play и пишете любую там музыку, вы можете типа назвать любой музыкой, либо ссылкой ты типа вставить и нажать там уже отправить, типа, чтобы заиграла музыка. Вот, типа у вас появится бот в голосовом канале, и вы сможете слушать себе любую музыку, которую вы сюда впишете. Да, ну типа у меня ошибка, потому что я не вошел, но потому что я, ну, у меня нет смысла, нет желания заходить туда, но, ну блин, я сейчас снимаю ролик, и у меня же не сможет заработать, потому что у меня сейчас может вылететь просто микрофон, и типа все, это конец. Ну и то, что так, это типа не будет лень перерабатывать там ролик, там переделывать все это дело. Голоса потом вписывать, это же потом геморрой там монтировать не будет. Ну типа, вы сами меня понимаете, да, народ, вот. Короче, тоже мы ему даем роль бота, как изначально, что нам нужно было сделать. Вот. Вот, мы ему выдаем роль. Все, вот, пожалуйста. Теперь ты у нас величайший мегабот. Ну, типа, с высшими правами, можно так сказать. Теперь ты владеешь такими правами, как...
то же самое, что и админ. Но сам, на первом там разделе там мой, как его, создателя роли. Вот типа в списке роли с раздела самая высшая роль, ну, типа на первом месте только Dark Admin, типа самая высшая роль создателя, владельца самого сервера, типа да, мы поняли. Я уже начинаю путаться, начинаю уже. Короче, вы меня поняли. Да. Дальше, что нам нужно, типа, еще дальше сделать? Типа, что нам нужно еще сделать? Это, ну, в принципе, пока что это все, можно так сказать. Музыка, настройки самого бота. Хотя стой, это не все. Это еще не все, не все. Ну, типа, те заметки, то, что мы все по разделу все разделено. О, не тяни, это контакт, любил. И сюда. Все разделено, как-то все произделено, там по пунктам, типа, на что, типа, бота будет, типа, есть бота для защиты безопасности сервера, дальше там для развлечений т.д., там, ну, вы поняли, 18+. Выдача ролей, там, типа, бота для автора выдачи ролей, по нажатию на реакцию под текстом сообщения бота, да, типа, который можно потом указать. Дальше музыкальный, который я уже ввел, все. Это рекомендующие боты, те, которые, ну, если вы какие-то кто-то там разбираться в каком-то там боте, это типа рекомендованные вам боты, да, список ботов, которые, ну, возможно, вам будет как чем-то полезен или годен. В вашем там, к примеру, Discord сервере, сообщество или группы. Типа, ну, может, чем-то будет вам полезен, годен там. Интересен там. Легкий там, в плане там ведения команды и т.д. Как-то так. Короче, дальше нам что нужно сделать? Там пошаговые там инструкции для создания самого себя пошагового. Дальше нам что нужно сделать? Это добавить там определенного бота, GE. Бот, который отвечает за автороли. Типа отвечает за роль, за при нажатии там при нажатии реакции под сообщение самого бота и будет выдаваться роль, да, ну типа того. Дальше мы нажимаем ивент, типа подключить бота. Да, я буду кучу всех вас обучать. Как ни странно, да, выберите дальше сервер, нажимаем продолжить, нажимаем авторизовать, дальше мы подтверждаем, что мы не робот и заходим на сервер. Все, бот у нас типа подключен, присоединился к вашей пати. Присоединился. Это можно сказать, что она. Ладно, вот. Вот типа Discord бот. Короче, что нам нужно сделать? Дальше, ну типа, смотрите, ребят, вы можете создать типа любой текстовый канал, типа для определенных где-то будет типа это где-то будет находиться роли, те, которые будут выдаваться там за нажатие реакции под сообщением бота, типа при нажатии реакции там, да, и там будет выдаваться роль. Короче, ну хотя это можно делать либо где угодно, куда вы можете только запихнуть, типа там, ну это же автороли, ло, это типа при нажатии под реакцию сообщения бота, типа выдаваться роль определенная, любая, которая может здесь быть, хотя я еще не создал никакую роль, хотя для начала я могу указать какую-то там тестовую роль, типа показать, как она будет работать. Плюсик. Ну, типа тест. Тест. Роль. Тестовая роль будет, как обыкновенный. Там, хотя со цветом, может там любой поставить, так что какой любой. Ну, к примеру, пусть будет оранжевый. Нажимаем сохранить, но мне как-то не сохраняет, ну типа если вы нажали справа там в углу, типа, чтобы сохранить, оно не сохраняется, на него не перекидывает обратно где-то с разделе ролями, то вы нажимаете просто типа якобы свернуться назад, отменить не сохраняя изменения, нажимаем ОК, типа, ну оно сохраняется. Вот. Переносим его сверху немножечко.
хотя это расположение ролей может быть разным, да, как по-другому располагаться, да. Короче, дальше мы вписываем команду такую UrCreate. Дальше welcome, типа добро пожаловать, типа меню, типа какой, типа типа создание, типа создание будет старое, типа то, что вы изначально якобы делали с этого бота, там описание, роли, все в этом роде. Либо создайте новую. Ну, в моем плане это будет новое, типа где оно будет вписываться. Дальше выберите канал, типа где оно будет выдаваться. Происходит само действие, можно так сказать. Дальше описание. Ну, типа описание у меня такое. Описание такое. Выдача, да. Типа, оно больше либо выдача, к примеру, роли, выдача ролей. Там полоску можно, полосочку поставить. Полосочку поставь, и дальше уже прописываем. Вот. Определенную роль, типа тест-роль. Дальше выбираем цвет. Цвет, какой же будет цвет? Цвет у нас будет, ну, само текст. Хотя это такое не текст, а сообщение бота, типа каким будет отмечаться контур. Ну, типа с левой стороны контура будет такой полоска отмечаться, либо с правой. При нажатии, да, при нажатии реакции для того, чтобы выдаться, потому что выдаться роль, ё-моё, я начинаю путаться. Короче, вы меня поняли. Выбираю цвет, вы можете выбрать это типа буквы, типа любой цвет, черный. В моем случае это будет черный. Дальше мы пишутся любой эмоджи. К примеру, это будет у меня любое. Что-то типа может быть в голову, типа пусть будет сердце. Дальше мы вписываем роль. Тест. Пожалуйста. Вот. Дальше. Мы уже прописываем команду. Ой, не это. Я это перепутал. Как его там? Сейчас. Короче, вот при нажатии, короче, я уже посмотрел, я просто не сразу заметил, вот дроны. Так, вот это купил вот. Короче, после этого. После всего вот этого, после нажимания дрона, типа мы соглашаться, мы уже продолжаем дальше. По этапу, мы уже типа вот, так, нажимаем, короче, и у меня с английским проблема, короче, нажимаем, да, чтобы запустилось само. Да, выдача роли. Как оно типа выглядит? Как-то так. Вот, вот вам автороли. Вот вам автоматическая роль. Выдача автороли при нажатии реакции. Вот, пожалуйста, нажимаем на эмоджи. И вот вам роль. Все, пожалуйста. Это было просто и не трудно даже. Ну, это можно даже удалить. Все это можно очистить даже с помощью там бота. Очистить. Вот. К примеру, там 2000 сообщений. А, да ну нахрен, ты не сможешь больше очистить. Ладно. Ладно. Так, украинская версия, привет. Украинская раскладка. Клавиатура, поздравствуй. Очистить. 99 сообщений, все. Мы очистили. Типа фону. Все. Пожалуйста, ребят, я вас уже обучил всему то, что я мог знать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Всем пока-пока.